Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас после кузовного ремонта Toyota Corolla 2013 года выпуска на автомобиле выполнялся ремонт и окрас деталей кузова. Мы вам покажем, как происходил сам ремонт и с какими повреждениями машина пришла до ремонта. На автомобиле есть повреждения на заднем бампере, царапины и вмятины на заднем правом крыле, битая правая дверь. Будет выполняться замена двери и окрас. На правой передней двери также есть небольшая вмятина. Будем выполнять ремонт и окрас двери. На переднем бампере также есть царапины. Будем выполнять ремонт и окрас. И на переднем левом крыле есть небольшая вмятина. Также будет выполняться ремонт и окрас. На капоте есть вмятины. Капот будет ремонтироваться по технологии ПДР. Выпрямление вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. Мы демонтировали битую дверь, установили другую деталь кузова. Но сейчас будем выполнять ремонт заднего крыла, а именно арки в месте повреждения. Вот он, залом на арке. И сейчас будем с Поттером выполнять ремонт. Итак, друзья, мы отремонтировали арку крыла, заднюю правую дверь, все зазоры соблюдены, выполнили ремонт мелких повреждений на передней двери. Автомобиль сейчас готовится к покраске, будут опять сниматься двери, окрашиваться и устанавливаться на автомобиль. А также будут окрашиваться передний задний бампер и передняя левое крыло. Toyota Corolla у нас в подготовительном цеху. Мы готовим кузов автомобиля к окрасу. После полной подготовки деталей кузова автомобиль и все детали отправятся в покрасочную камеру. Сейчас мы будем выполнять ремонт капота с Toyota Corolla по технологии ПДР. Выпрямление вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. В свете отражения специальной лампы мы видим две вмятины на капоте. И сейчас будем выполнять ремонт капота крючками. Между двумя явными вмятинами металл тоже провалился вовнутрь. Сейчас мы пытаемся поднять металл по всей плоскости. Вот результат нашей работы. Выполнялся ремонт заднего правого крыла, менялась дверь, также окрашивалась передняя дверь, окрашивался задний бампер, но также переднее левое крыло и передний бампер.
видеть, попадание в цвет у нас 100%. Есть своя лаборатория по подбору краски. Капот ремонтировался по технологии ПДР, выпрямление вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. По времени наша работа заняла 7 дней, и сумма ремонта составила 62 200 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по кузовному ремонту автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 3 года. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание, удачи на дороге.